Ребят, всем привет. Значит, сегодня у нас закончился, получается, второй день проекта. Мы в коттедже, и сегодня мы разбирали, значит, продукт каждого из участников. Мы разбирали сайт, давали обратную связь. И хочу, чтобы ребята пару слов каждый сказали по поводу того, как сегодня была работа. Ребят, давайте по одному поделимся с теми, кто нас смотрит. Это запись, я ее выложу в паблик. Как сегодня прошла работа, какие результаты, было ли полезно, там какую-то обратную связь дайте. Так, сегодня мы разбирали сайты, которые, ну, которые у всех свои, и получили обратную связь. Это было полезно, потому что, ну, было очень много мнений, и надо было это все переделать за день. Поэтому полезно. На моем сайте сегодня все пытались еду заказать, но что-то пока заказали, в общем, расхотели. Все переделывал, да, уже наполовину переделал сайт сейчас к вечеру. Завтра будем снова тестировать. Сегодня был день крутого анализа. Никогда в жизни такого не делали. И вообще очень рекомендую всем смотреть на свой бизнес, на свою услугу, товар глазами клиента. И очень круто, что собралась фокус-группа, которая сделала это, где в обычной жизни очень редко мы это делаем, это вообще возможно получить прямую связь от компетентных людей. Сейчас у меня не было сайта, как я уже утром говорила, у нас был такой один источник привода клиентов в рекламе, и сейчас я хочу их больше. У меня был лендинг на другую услугу, мы ее разобрали, мы ее просто разбомбили, и я теперь понимаю, кому и за что отдавать деньги. Было полезно. Видно меня? Ну, ты можешь подойти. Меня зовут Иван, я занимаюсь лазерным шоу. Сегодня действительно рассмотрели где-то с 10 или 11 сторон сайт с разных, ну, мой и каждого участника. Нормальные выводы, в принципе, список вещей, которые надо изменить, собственно, чем мы занимались весь день. И до сих пор я не доделал, и еще делать и делать. Но, ну, в общем, если по рекомендациям, то это значит стоит делать. Везде говорят о том, что спросите 10 друзей, там в итоге, ну, такая расплывчатая получается информация, потому что тот там боится тебя обидеть или еще что-то. А здесь, ну, как бы Макс поставил четкую задачу, что нужно по чесноку сказать, если ты клиент, там вот что конкретно тебе не нравится, и что влияет на твое решение в течение ограниченного срока, то есть 2 минуты на один комментарий, в котором мы не укладывались ни разу, по-моему. Укладывались. Пару раз. Когда уже нечего сказать было просто. Когда уже все высказались, тогда остальные укладывались 2 минуты. Ну, твои 2 минуты хватит. Ну, собственно, что? Ну, у меня появилась просто мысль, ну, я сейчас полностью весь сайт в Photoshop перевел. Допиливаю, появилась мысль просто делать реально нормальный сайт, чтобы показать 10 мыслей, там просто не к чему было придраться, просто вообще не к чему придраться. Я думаю, что это вам может дать нормальный результат. И ну, то есть рекламу я все равно буду лить. До того, когда я делал нормальный лендинг. Ты ее уже начал лить, когда мы только въехали. Я что-то смотрю, значит, все там что-то располагаются, моются, бреются. Один, значит, ты сидишь, уже там таргет, говорит, настраивает. Говорит, Макс, посмотри, говорит, это плашку, говорит, как делать. Говорит, ну, все, значит, парень настроен это на результат. Шо? Ну, мне лично все равно не терпится быстрее со страхом начать, но как бы реально по лендингу полезно. Кирилл? Поделись, как есть. Скажи, опоздал. Меня зовут Кирилл. Результат добрался до сюда, наконец. Красавчик вообще. Своим ходом это вообще огонь. А сколько? Нет, на электричке. Блуждал по деревне, по кровь. Это было первое задание. Найди свою целевую аудиторию, называется. Наметил свои цели. Сейчас сделаю сайт. Сделаю лендинг и соберу обратную связь. Ну, сегодня завтра. Спасибо. Меня зовут Михаил, моя ниша это дизайн интерьера. Сегодня пух и прах разнесли мой лендинг, который я считал более-менее симпатичным, но оказалось, что у него куча-куча
косяков, собственно, их всех разобрали сегодня. Я понял, что, в принципе, можно вдвое его сократить, выкинуть половину ненужной информации. Собственно, было сформировано техническое задание для моего верстальщика. Я его отправил, собственно, к завтрашнему дню. Была поставлена задача их сделать, то есть поручено. Собственно, буду еще допиливать описание своей услуги. Сейчас займусь более четкий офер сформирую, то, что тоже было расплывчатый. Ну и, собственно, завтра планирую закончить вечером. Спасибо. Борис. Привет, меня зовут Борис. Собственно, я тоже сегодня выполнил квест, как Кирилл, и добрался сюда своим ходом. Отдельный плюсик в карму за это. Я занимаюсь товаркой, и, собственно, вот товарищ Зали сегодня дал просто дофига инфы, поэтому вопросы при мне как бы ему шли лиды, ему уже шли деньги. Соответственно, очень как бы хочется всего этого, поэтому как-то настрой, в общем-то, есть. Ну и да, был вот кусок тоже дня, когда мы разбирали лендинги, и хоть как бы лендинга у меня по сути нету, потому что лью я у другого человека трафик, но как бы опыт прикольный, и то, что говорит Макс, оно очень как-то по делу, очень четко и структурировано. И это было клево и интересно. Спасибо, спасибо. Зали? Мы, значит, разбирали сайт, но там по факту разбирали было нечего, такие шаблоны, варианты. Запустил рекламу еще вчера. Вот. Ну, тестирую, проверяю, лиды есть, заявки есть, денег заработал. Масштабирую. Красавчик. Кстати, по поводу Зали еще такой момент. Мы когда на первом потоке обучались, у нас в коллективе был кризис, короче. Ну, то есть там третий день, у кого нету ни лидов, ни денег, все такие поникли, значит. И тут у одного там бабахнуло. Там 200 лидов, короче, у Рафаэля на 3D-ручке. Все такие, типа, ни хрена себе. То есть смысл в том, что как бы пока вы все сидите, думаете, что тут ничего не получается, нафига мы это делаем, возможно. Не знаю, может быть, это не у всех, а может, у всех. И когда рядом с вами сидит человек, который это уже все прошел, и у него уже идет результат, вас это мотивирует, согласитесь. То есть вы видите, что ну, все те пункты, которые мы будем делать, они работают, вас это мотивирует. То есть не какие-то обещания, то, что вот мы когда-то запустим, там, возможно, у вас будет результат. Вы уже видите, что у кого-то это сейчас уже получается. И вас это мотивирует и зажигает, так скажем. Вот. Данил? Я Диман. Диман. У меня проблемы с именами. Сегодня действительно было полезно разобрать все сайты. Никогда более, наверное, полезного анализа я еще не проводил. Да и думаю, остальные, наверное, особо не проводили. Вот, я выписал около 40 пометок, что мне нужно изменить. Вот, мне этот, как его... Верстальщик сайта уже выставил счет. Вот. Ну и, короче, я думаю, все будет круто, и это действительно полезно. Все. Еще хочу сказать такую вещь. Завтра к нам с большой вероятностью приедет человек, расскажет про как работать с клиентами, как закрывать на продажу. Проговорит скрипт диалога, соответственно, определенные моменты, как нужно говорить с клиентом, как отрабатывать возражения. То есть завтра вы уже получите информацию конкретно по тому, как работать уже, соответственно, с теми людьми, которые, возможно, уже в ближайшее время у вас будут заказывать ваши услуги. Вот. Я думаю, что по сегодня все. Сегодня мы хотели сходить в баню, но все работали, поэтому пойдем, я думаю, завтра. Вы как, готовы в баньку? Все. Всем все нравится, все вроде довольны, не голодаем, как еда. Супер! Супер. 3 раза в день нас кормят. 6 раз в день едим. Я предлагаю не жрать. Ну вот Наталья предлагает не кушать. В общем, ребята работают, не голодают, все нормально, я их не мучаю, там, с кнутом не хожу, но при этом заставляю все делать так, чтобы у всех был результат. В общем, следите за нашими результатами, за нашими действиями, успехами и неудачами. И тогда до завтра. Спасибо.